Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Повсюду на советской земле, от Балтики до Тихого океана, от северных морей до Карпатских гор, уходящий год оставил добрый след. Вступили в строй сотни предприятий, проложены новые магистрали, поднялись новые города. Перевыполнены задания по выпуску промышленной продукции. Собран самый высокий урожай зерна и хлопка за всю историю нашей страны. Выдающихся успехов добились советская наука и техника. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход-1. Замечательные достижения позволяют с гордостью сказать: 1970 год достойно венчает восьмую пятилетку. Созидательная деятельность народа ознаменовалась новой исторической победой. Пятилетний план по основным социально-экономическим показателям выполнен успешно. Взяты новые высоты в развитии экономики. Усилилось оборонное могущество страны. Повысились благосостояние и культура нашего народа. Получило дальнейшее развитие социалистическая демократия. Упрочилось морально-политическое единство советского общества, братство народов СССР, их сплоченность вокруг Ленинской коммунистической партии. Наша Родина сделала еще один большой шаг по пути к коммунизму. Как никогда прочны международные позиции Советского Союза, высок его авторитет во всем мире. Верная ленинским принципам борьбы за мир и социализм, советская внешняя политика обеспечила благоприятные условия для мирного созидательного труда в нашей стране. Она направлена на упрочение и развитие мировой системы социализма, сплочение всех антиимпериалистических сил на защиту дела свободы, независимости и безопасности народов, дела мира и прогресса во всем мире. Все наши успехи есть результат вдохновенного труда советских людей, единства воли и действий героического рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции, трудящихся всех республик нашей великой многонациональной Родины, итог правильной политики Коммунистической партии Советского Союза. В радостные и торжественные минуты встречи Нового года мы обращаемся к вам, труженики заводов и фабрик, шахт и строек, колхозов и совхозов, деятели науки и культуры. К вам, советские женщины, снискавшие глубокую признательность и уважение своим большим трудом, материнской заботой о подрастающем поколении. К вам, юноши и девушки, достойно продолжающие великие революционные традиции, трудовые подвиги отцов. К вам, доблестные воины вооруженных сил, охраняющие мирный труд советских людей, завоевание социализма. Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность
за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма. С чувством законной гордости за достигнутое, полный оптимизма встречают народы нашей Родины 1971 год. Впереди новые рубежи коммунистического строительства. Страна Совета вступает в 9-ю пятилетку, идет навстречу 24-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Мы твердо уверены в том, что советские люди ознаменуют съезд родной партии дальнейшим подъемом всенародного социалистического соревнования, воспримут его решение как свое кровное дело, приложит все силы, знания, опыт для успешного претворения их в жизнь. В верности ленинским заветам, в руководстве коммунистической партии надежная гарантия новых великих побед. Мы обращаемся в эту минуту с дружескими поздравлениями к народам братских стран социализма. Наш горячий привет коммунистическим и рабочим партиям, рабочему классу, трудящимся крестьянам, прогрессивной интеллигенции капиталистических стран. Мы шлем наилучшие пожелания народам, сбросившим колониальные оковы, всем, кто борется против империализма, за свободу, национальную независимость и социализм. Дорогие товарищи, друзья, сейчас кремлевские куранты возвестят о наступлении Нового года. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравляют всех вас и желают вам в наступающем году крепкого здоровья, больших успехов в труде на благо нашей социалистической Родины. Пусть в новом году радость и счастье сопутствуют каждой советской семье, каждому советскому человеку. Пусть Новый год будет годом новых побед, дела мира и демократии, дела социализма и коммунизма. Наша новогодняя здравица в честь великого советского народа, в честь Ленинской партии коммунистов и нашей горячо любимой социалистической Родины. С Новым годом! С новым счастьем, дорогие товарищи!